Мы всегда чувствуем вашу поддержку и от всего сердца благодарим вас за это. Играем за вас, за всех, за каждого. Отлично. Соответственно, классические фразы «Смотри футбол на матч ТВ» в конце три раза, там, ну, мячик сколько тебе комфортно, он начеканил, ну, максимум, да. Стал с мячом. Три комфорта. Четыре уже не комфортно. Уже рекорд. Рекорд. И можем, Георгий. Ну, вообще, это второй по значимости турнир, да, после. Еще более приятно, что первые две игры мы играем у нас дома в Санкт-Петербурге. Каждый раз, в любом месте, в любое время, вы всегда с нами. Каждый раз, в любом месте, в любое время, вы всегда с нами. Браво! Браво двое! Один, бей! Вот и все, браво!
мой партнер должен знать. Если открытый мяч, я должен смотреть вперед. Время есть. У моего времени есть побежать вперед. Один, один. Итак, один в него. Я. Выше, выше, выше! Один, один. Один. Ближе, ближе, ближе! Один! Один! Подними голову! Тренировка пока проходит в таком облегченном формате. Здесь игроки, разбившись на команды по 7 человек, тренируют... Правая нога пустая, свободна. Ярославу. Тяжело тут написать, да? Я извиняюсь. Блин, есть? Да нет. Спасибо большое. Жик, я нужен? Конечно. Денис. Можно еще одну? Спасибо. Спасибо, удачи. О, Марио. Спасибо, Марио. Банкетов есть. Что, днем рождения тебя. Спасибо. Еще раз. Как вот, каково это, на сбор в день рождения? Да я уже привык тренироваться, играть в свой день рождения. Особо даже забыл, когда последний раз отмечал. Поэтому да все нормально, как обычно, работаем. Твой первый крупный такой турнир. Вообще как, ты веришь, что скоро Евро? Ну, сейчас уже, естественно, начинаю осознавать, какой большой турнир. Поэтому, естественно, готовимся, трудимся. Надеюсь, хорошо выступить. Супер.